Помочь девушке почувствовать себя настоящей принцессой – это по ее части. Анна Морозова – один из самых востребованных фотографов города. Ей, как никому, удается увидеть уникальную красоту в каждой своей модели и создать смелый и неожиданный антураж. К ней приходят самые разные люди, и все они хотят одного – выглядеть на фото, как звезда с обложки глянцевого журнала. На самом деле все хотят увидеть себя красивыми, потому что в чем заключается наша жизнь? Это какая-то суета, это работа, беготня. И каждому человеку хочется устроить там сеанс любви к себе, сделать красивые карточки, чтобы они остались на всю жизнь, чтобы внукам показать, ну и себя побаловать. Это приятно? Да, конечно, все приходят, всем хочется чудес и волшебства. Я стараюсь по максимуму. Сейчас Анна работает над новым проектом под названием «Сновидение». Легко ли материализовать грезы и видения? Как фотограф подбирает моделей? Об этом и многом другом Анна Морозова расскажет в интервью сразу после программы «Де-факто».